друзья, всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю вот такой красивый десерт без выпечки. Молочный пудинг. Готовится все просто, из доступных продуктов, получается очень вкусно. Понадобится небольшое количество ингредиентов. Это молоко, мука, крахмал, можно использовать только муку, 2 яйца, сахар и экстракт ванили. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Наливаем 1 литр молока в жаропрочную емкость. В другую емкость выбиваем 2 яйца. Можно использовать только желтки. Я буду использовать 1 яйцо и 1 желток. К яйцам добавляем 200 грамм сахара и хорошо перемешиваем венчиком. Затем от общего количества молока наливаю примерно 1 половник, добавляю 2 столовые ложки экстракта ванили, 3 столовые ложки муки и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Можно использовать любой крахмал, либо только муку. Все тщательно перемешиваем, стараемся перемешать так, чтобы не осталось никаких комочков. Оставшееся молоко ставим на средний огонь и доводим до закипания. Начали появляться первые пузырики, сразу отключаем огонь и переливаем горячее молоко в яично-сахарную массу с крахмалом. Все перемешаем до однородного состояния и затем аккуратно через ситечко переливаем нашу молочную массу снова в ковшик. И снова возвращаем ковшик на огонь. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, провариваем массу в течение 3-4 минут. Помешивать нужно постоянно, чтобы не образовалось никаких комочков. Вы почувствуете, как масса начнет загустевать. У меня этот процесс занял в общей сложности 3 минуты. Убираем массу с огня. Вот такая она у вас должна получиться по консистенции, плюс-минус. У меня получилась масса очень гладкая. Если вдруг у вас остались какие-то комочки, то их можно перебить погружным блендером, либо протереть через ситечко. Подготавливаем формочки. Для формочек подойдут вот такие мороженцы, либо креманки, бокалы или стаканы. Подготовленной массой заполняем формочки, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник схватиться часа на 2. Друзья, пудинг у меня простоял в холодильнике 2 часа, хорошо схватился. Убираем пищевую пленку. Можно оставить пудинг так, можно его украсить. Я присыплю молочный пудинг шоколадной крошкой и украшу орешками. Получилось очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! А я пошла доедать свой десерт.